понедельник, 26 февраля, Европейский Союз усилил санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В документе указано, что расширение ограничительных мер против Пхеньяна обусловлено требованием последней резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР, принятой единогласно 22 декабря в ответ на проведенное республикой 29 ноября испытание баллистической ракеты. При этом, согласно коммюнике, в санкционном списке ООН значится 79 физических и 54 юридических лица из Северной Кореи, тогда как в автономном списке Евросоюза их число составляет соответственно 55 и 9.